тебе тоже спасибо, да. А где вход? Ой, по центру. А, поехали. Patrons with prohibited items will be asked to return those items to their vehicles or discard them. These items cannot be stored in the building or with building staff. Your safety is our priority, so thank you in advance for adhering to these guidelines. We hope that you have a truly legendary experience. Bienvenidos a la Ребята, первый раз в жизни захожу на UFC, вот как обычный. Билеты покажи. Когда он-то снимается? Good, thank you. Okay. All right, 105. This way, first floor. Thank you. First level. Вот так. First floor, это нам сюда или туда? Наверх. А это уже будет какой floor? Да, может спросим, парни? Спроси меня. Bud Light or Modelo, what you have? А. Okay, sir? No, thank you. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-там. Ющи начались, ребят. Я пошел искать. Так, а здесь 108-116, а на 105. В смысле, а вот там 117 и так далее. А, 107. 101, 107. А что туда? Нет. Я уже напился. Есть тоже нет. Я могу вот там сходить. А там такая же штука еще есть. Ага, ребята, кто там мечтает купить себе что-то UFC-шное? Можно подарить просто. Hi. Да. О, ребят, UFC, кто спрашивал перчатки? И натуральные перчатки, и капы, и футболочки. Тим Макгрегор. Ой. Маслен. Можно пояс сразу взять? Ребят, мы можем быть первыми, кто привезет пояс UFC в Россию. Всего за $600.
Видно, да? Отсвечивает. Всего за 600 баксов можно привезти пояс в Россию. В UFC. Яна Куницкая. А вот Яна Куницкая. Может, и привезется. Это сейчас только что. Так, подожди, Марина Мороз когда дерется? Сегодня? Да. Прикольно. Я не видел ее всех. И еще у нас дерется... Так, подождите, а где у нас Антигулов дерется? Он не сегодня дерется. Антигулов вроде сегодня. Можешь, ну, по коридору поснимать, что хочешь? Я почему? Вон, я посмотрю. А? Ау. Что? Уже поезд продают. Вам уже купили просто. Нам сюда входить. А посмотри, если вдруг кофе хороший, можно мне взять, наверное. Да, если где-то увидишь. Прямой эфир UFC Орландо. Транслировать, подозреваю, там я не смогу. Но иногда фотки или короткие видео буду сбрасывать. Разношерстная публика. Даниэль Ботвинник, жду, когда ты поможешь с визой, чтобы все было нормально. Здесь
А, да, все получится. А так у меня билет на самолет куплен, отель уже куплен, все куплено. Осталось визу получить. Будем надеяться, что я ее получу. Новосибу, привет. Проблем особо никаких нет, кроме того, что мне они сказали, сначала сказали, что UFC сделает визы, а потом сказали, что они не сделают мне, чтобы я сам делал. Либо они могут помочь это за 2 или 3 тысячи долларов, что меня, в принципе, не устроило. Ну и сроки, она делается 2-3 недели, то есть недели 3, по-моему, минимум. А так проблем особых нет. Там даже Корея за мной наблюдает. Спасибо большое, Корея. Хамса Хамита. Эй, Хуан Спиноза, where are you? Хуан. Орландо. Амвей Арена. Да. С поясом? А телефон твой можно? Взяли моделей. Используют ее как модель UFC. Родик Захаров, ну, в принципе, почему решил посетить? Я живу в 3 часах езды. Естественно, мне без проблем сделали билет. Окей, thank you. Пошли, тут я фотку дадут. Ну что? Ладно. Положила в нее что-то или как? А? Нет. Думаю, нет. Ты могла с поясом получить? Уже фотку. Уже фотку подарили. Вова, спасибо, Тане передаю привет. Фотки сделать тебе? А есть, да. А тебе надо это? Да. Во-первых, думаю, он по-русски не читает. Yeah.
поезд с какой-то атрибутикой, то футболка ММАшных, то еще что-то. С флагами ходят некоторых стран ребята. Вот. Большинство хороших, так сказать, со формах, состояниях. Но есть, конечно, с пузиками и все остальное. Кононов Толя, я не люблю вещей, которые специально пытаются приравнять к каким-то таким нехорошим вещам, как фанатские там бои или еще что-то, я понимаю. Если это производится в каких-то вещах, там, ну, мне не очень это нравится. Все равно, если мы говорим про ММА, это должно быть примерно похожее правило. Если... Куда пошли? Да, туда и влево. По 15 марта.
And on the way there, they will push themselves to their limits, see if they can do the same to their opponents. Fighting at home in Florida for the first time since 2012, Saunders learned his trade here for Sunshines. In this fight, the UFC wins thus far. He is hungry for more. His quest continues here and now with this clash against the UFC tested Joe. A куда? He's had a penchant for producing some post-fight bonus money, and there could be full revenge from here tonight. Coming up next, Alan Kramachovic beats Ben Killer B. Saunders.